Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Актриса не хочет расставаться со звездой «Мажора». Павел Прилучный и Мирослава Карпович стали встречаться в начале этого лета после того, как 32-летний актер официально развелся со своей женой Агатой Муцениеце, в браке с которой был 8 лет. Ни звезда «Мажора», ни актриса «Папиных дочек» до сих пор так и не высказались по поводу своего романа, давая размытые комментарии. Так, после того, как Прилучного и Карпович заметили вместе на отдыхе в Крыму, куда актер поехал со своими детьми от Муцениеце, Павел резко ответил хейтерам в своем микроблоге в Инстаграм, попросив не лезть в чужую личную жизнь и сообщив, что в ней давно уже начался новый этап. Сама Карпович в начале лета написала, что у нее резко выросло количество подписчиков, а в начале октября опубликовала свое фото, которое подписала хэштегом «Разлучница года». Позавчера ряд СМИ распространил информацию, что в отношениях Карпович и Прилучного не все гладко. Источники сообщали, что Павел решил бросить Мирославу, так как актриса слишком явно намекала ему на свадьбу. Более того, стало известно, что актер хочет вернуться к Агате Муцениеце. Пиар-директор Агаты опроверг информацию о воссоединении пары, заявив, что Агата ничего не знает о намерениях экс-супруга. Тем не менее, на фоне таких новостей звезда «Папиных дочек» успела расстроиться и даже решила обратиться к психологу. А сегодня стало известно, что от стресса у 34-летней актрисы пропал аппетит, а с ним и вес. Похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте, поделился с прессой знакомый Карпович, передает Пятый канал. Примечательно, что накануне Прилучного и Карпович все же видели вместе. Актеры вышли из театра, где вместе участвуют в постановке «Косметика врага». Причем до развода с Прилучным роль, которую исполняет Мирослава, принадлежала Муцениеце. А потом подозреваемые в романе артисты сели в разные машины и отправились разными маршрутами. Однако спустя некоторое время их снова заметили вместе. Звезды вместе совершали покупки в супермаркете. Стоит добавить, что в начале этой недели появились слухи, что у Павла Прилучного роман с партнершей по съемочной площадке второго сезона «В клетке» Верой Панфиловой. Все дело в том, что в микроблоге в Инстаграм актера появились совместные фото с дочерью Константина Кинчева. Прокомментировать возможные отношения Павла с новой возлюбленной взялась ясновидящая. Она заявила, что у этой пары есть потенциал, тогда как роман с Карпович изживает себя из-за того, что слишком много внимания прессы обращено на актеров. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.